приветствую вас. Ну что же, давайте мы разберем ваш вопрос. Вот, я не буду читать весь текст, он у вас довольно объемный. Вот, я просто хочу указать на несколько моментов, на несколько деталей, связанных с вашей ситуацией. Вот. Первое. Это когда вы в определенный момент профессиональных или вот, деловых отношений, да, переходите на личное. Вот. И думайте о нем, потому что человек затрагивает какие-то ваши другие потребности, вот. В частности, вы говорите о том, что нет ничего важнее вашей работы, но при этом вы говорите о том, что вот этот человек засел в голове, да, и вы о нем думаете. И вот только не раскрываете то, в каком, ну, ключе, да, в каком контексте вы с ним, вы о нем думаете. Но первый момент, касающийся ситуации вашей, заключается в том, что когда человек вам позвонил, да, и вы пишете, что были удивлены, и он очень активно вел беседу, затронул все темы, которые можно было затронуть, еле знакомым человеком. Вот, смеялся много и шутил. Я тоже посмеялся, пишете вы, мы говорили минут 30. Вот. Вот, во-первых, наличие свободного времени у вас показывает. Во-вторых, мне так показалось, что у вас есть нехватка общения. То есть, ну, коммуникативный голод, хотя тут я не претендую на истину. Вот. И судя по тому, как вы пишете, что человек, значит, ну, что вам показалось, что вы ему понравились, вот. Вам не, ну, не хватает гендерного самоопределения. В том смысле, что вы не чувствуете себя женщиной. Вам хочется чувствовать себя женщиной. Вот. Но судя по тому, что вы описываете, да, вы себя так не ощущаете. Вот. Ну и соответственно, что отсюда все мысли. Отсюда все мысли. Ну, о которых вы говорите. У вас. Дальше. У него было располагающий демор голоса, улыбка, шутки. В общем, так общаются с теми девушками, которые явно понравились. Это ваши догадки и вот, к сожалению, ваши проекты.
То есть вы, очевидно, ну, вероятно, хотите как раз нравиться. Вот. И все. Все. То есть вы позволили человеку нарушить личные границы. Вы вскрыли здесь свою неудовлетворенность в некоторых аспектах. И после этого, да, вот. Значит, вы пишете, что сидите, ждете, пока моя работа будет у меня. Тоже очень важный момент. То есть то, что вы сидите и ждете, то есть по сути центрируетесь на одном. Вот, это не есть хорошо. Хорошо. То есть, ну, желательно, чтобы у вас было несколько параллельных занятий. А в противном случае вы действительно будете очень сильно зависеть от этого. Ну, в данном случае у вас параллельных занятий получается нет. Вот, и вы вот как раз из-за этого на этом фиксируетесь. Ну, чрезмерно фиксируйте на это. Вот. Дальше. В какое-то время вы пишете, меня переклинило в другую сторону, начала себя ловить на мысли, что мне понравился хотя бы внешний голос понравился. Вот эта вот история, да? То есть вы пишете, что он вам понравился. Ну, как бы, это означает, что всякие деловые отношения с человеком нужно прекращать, вот, и начинать выстраивать личные отношения. Но вы этого не сделали, получается. Вот, значит, вы пишете, что он поздравил вас с днем рождения, его поздравление было странным, далее вы пишете, что позволить себе не можете чего-то, потому что у вас рядом только холодные интересные города. Вот это вот история про, опять же, вашу неудовлетворенность, да, и про определенную злость на окружающее, вот, невыраженность этого и отсутствие, так скажем, заботы о том, чего вы хотите. Вот. Далее вы пишете как-то по-дурацки. Это обесценивание. Человек здесь касается того, что вам важно, вам хочется. Вот, странных сообщений, он меня засел в голове еще больше. Это, опять же, про вашу неудовлетворенность. Вот. Вы пишете, я снова обратился к нему с работы. Для чего? Вот. Вопрос. Для чего обращаться к человеку, да, с работой, который показал себя как ненадежный, ну, ненадежный. Вот. Зачем? Совершенно очевидно, что он вам понравился. Вот. Ну, совершенно очевидно. Понимаете? И вы, это, значит, подменяете деловыми отношениями. Ну и все. Вот. А человек просто дальше проявляет, собственно, а,
свою ненадежность. Вот. То есть ничего нового он не говорит. Вот. Действительно, вы, для него это означает, что вы к нему привязаны, вполне возможно, что он как-то почувствовал, что вы к нему неравнодушны, он увидел, что, скорее всего, вы одна, вот, и увидел, что самое главное, ваша зависимость от работы, понимаете, вот. Вот вы говорите, что исходный материал у него, если он может вам их переслать, судя по всему, переслать он вам может их по интернету, ну, по сети. Да? У меня вопрос, как они оказались у этого человека, тем более ненадежного, да? Вот. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, это то, что вы... В целом, на мой взгляд, себя обесценивает. То есть, как будто бы вот посредством, через эту работу, вы, ну не знаю, пытаетесь как будто бы доказать, что чего вы стоите. Вот. Понимаете? То есть вот доказать свою ценность. И то, как вы отзываетесь о себе, о своей работе, для человека, ну, о том, как выглядит ваша работа, для человека, это говорит о том, что у вас есть проблема большая с самооценкой, вот. И это нужно решать посредством психотерапии, вот. А когда все это будет проработано вами, я думаю, что вы сможете сами решить, как вам действовать дальше. Вот. Вы спрашиваете, как мне сделать так, чтобы человек услышал меня? Никак, если человек не хочет слышать, вас не слышит. Оборвать связь и найти более другого исполнителя, более ответственного, это самый лучший вариант. Только вы этого не сделаете. Пока не... разберетесь со своими чувствами и переживаниями. И не более внимательно станете относиться к своим потребностям, которые не удовлетворены и которые всколыхнул этот человек. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, вот, и у вас в вопросе тег «игнор коллеги», игнорирование на работе, как это относится к вашему тексту, ведь вы не описываете отношения между коллегами, это отношения между заказчиком и клиентом, вы не коллеги. Вот. Как-то тут немножко непонятно. Всего самого доброго.